Прощание со школой – это всегда трогательный момент, когда расстаешься с теми, кто за 10 лет стал практически твоей семьей. Но чистоозерские выпускники в этот день оказались полны оптимизма. После объявления допущенных государственным экзаменам, когда были названы имена и фамилии всех учеников 2-11 классов, начался настоящий праздник. С начала этого года предприятие «Велес» объявило конкурс на лучшего учителя. В итоге 7 учителей Чистоозерской средней школы стали лауреатами этой премии и получили денежные награды номиналом от 25 до 100 тысяч рублей. Работала как обычно, как ежедневный труд, изо дня в день. Принимали участие в конкурсах различных с детьми, ну, выступала на различных совещаниях, конференциях, отправляла свои материалы на конкурсы. Все как обычно, как ежедневный труд. Идеолог развития малой авиации в регионе Александр Альтяков не преминул показать последние достижения во время праздника. Над школой несколько раз совершил показательные круги самолет «Цесна», который специально прилетел из областного центра. Депутат Госдумы еще раз напомнил, что в скором времени перелеты внутри области будут доступны для большинства жителей, а всем выпускникам пожелал вернуться после всех полетов в родной край. И выпускники показали свою готовность к этому. Сама я собираюсь на учителя, скорее всего, в Курган, на учителя химии. Обязательно вернусь. Я люблю свой район, люблю свое Чистоозерье, поэтому обязательно вернусь в нашу любимую школу. Парламентарий считает, что многие из них находятся на перепутье, но уверен, что каждый выберет именно свой жизненный путь. Ведь так их воспитала школа. У меня уж самого комок горло подкатывает. Я каждый раз их отправляю, как будто бы своих детей. Как будто бы я сам нахожусь рядом с ними. Я все эти чувства, все эти переживания ощущаю на себе. И на самом деле как-то... Каждый год, когда вот они уходят отсюда, внутри, наверное, сердце крови обливается. Ведь я же знал их вот такими маленькими детьми. Они пришли в эту школу, они с первого класса еще там «Здравствуйте!» ходили в детском саду. Сейчас они такие большие, уже уходят куда-то. Как-то быстро все это меняется. Ну, без слез как-то и невозможно даже говорить, без волнения особенного. Поэтому, конечно же, я радуюсь и я печалюсь. Ну дай бог, чтобы эти дети к нам возвращались назад. В конце ребята спели песню про каждого из своих учителей, вызвав улыбки на лицах всех собравшихся на этот праздник. Марина Богатырева, Василий Малухин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».